Помните одну из песен Юрия Левитанского? «Помирились, встретились, шуму натворили, год прошел как не было, не поговорили». И хотя мы с вами в нашей дачной программе говорили на самые разные темы о розах и органическом земледелии, о ежевике и томатах, о дачной кулинарии, трудно не согласиться с тем, что время летит стремительно. Снова мы с вами на пороге Нового года. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? Об украшении елки. Мы решили показать вам самодельные игрушки, которые делают мастерицы из группы «Ватнички». Если они вам понравятся, то пару игрушек к Новому году вы легко сможете сделать своими руками. Не успеете к елке, можно сделать интерьерную игрушку, которая актуальна в любое время года. Наша традиция – это наша семейная. Вот каждому году мы готовили игрушки, готовим. А этот год у нас год дракона. Вы посмотрите, каких дракошиков смастерили мы. Вот был год свиньи, мы сшили вот такую хрюшечку. Каждой хрюшечке свое пальтишко, брючки укороченные, лапочки у них вот. И чтобы было не скучно этой свинюшке, у нас пара есть к этой свинюшке. Потом следующий год был годом крысы. Мы сшили ей такое красивое пальто, модное. Вот. Это юбочка. А ботиночки у нас, посмотрите, не просто какие-то, а вот они на каблучках, эти ботиночки. У крыски тоже есть пара. Видите, чтобы ей было не скучно. Вот, вот их две, эти крыски. Виктория Терехова – одна из основательниц группы «Ватнички». Именно она стала первой делать ватные игрушки. А что нужно, чтобы комочек ваты превратился в сказочную фею или забавного зайца? Долгие зимние вечера – это надо желание, вату, клей, ПВА или клейстер. И все, и творите чудеса. Символ этого года – дракон. И поэтому, естественно, мы начали делать драконов. Трехглавый получился, ну, как по сказке, да, получается. Ну, и самые разнообразные. Они выходят всегда разные, даже если пытаешься делать одинаково, да, они всегда абсолютно разные. Разукрашиваешь, крылышки не те, хвостики не так. И получается очень красивенько, душевненько. Каждая игрушка – это вот часть души. Помимо драконов, очень много разных других игрушек. Вот дело драконов. Раз, и получился колобок. Что-то вот захотелось сказочного. И вышел вот такой яренький, наряненький колобочек. Ватная игрушка, как и любое другое творчество, непредсказуема. Что получится в результате, не угадаешь. Это абсолютно непредсказуемо. Вот абсолютно. Я же говорю, вот сел, задумал одну игрушку. А вот раз, и пошло совершенно не так, и ты делаешь уже что-то, творишь совершенно другое. Можно лепить абсолютно что угодно. И снеговиков, и символы года, и какие-то сказочные персонажи, и даже соседку. Посмотрел из окна, понравилось, слепил. Но так как Новый год, и получается у меня вот сейчас новогодние игрушки. Такой замечательный гномик, снеговичок в такой рубашечке, в красивой. Белый медведь. На елке исключительно мои игрушки, уже все остальные не влазят. Просто они уже в коробочке и убраны на верхнюю полочку. А представляете, сколько желающих получить от Виктории в подарок игрушку ручной работы? Я в прошлом году сделала 55 зайцев, больше 55, которые 55, это я только раздарила. И втягивает, вот уже все переделал, уже вот фильм включил, и сидишь уже, что-нибудь все равно делаешь, лепишь. Я уже не могу без этого. Елена Лушина ватной игрушкой увлеклась год назад, а сегодня в ее коллекции больше сотни разных персонажей. Причиной стал вот этот заяц-красавец, которого Вика мне показала в прошлом году. Я влюбилась в него и тоже захотела делать игрушки. Ну, мне нравится это все делать, потому что каждая игрушка – это целая история. Вот, например, вот эта мама с сыном. Мама вынесла яблоки на улицу, сын схватил яблоко и поехал на санках кататься. Например, на Масленицу в прошлом году я делала вот такую, это интерьерная игрушка, она не вешается на елку, тут спил деревянный, это можжевельник, кстати, она очень душистая, эта игрушка получается. И вот такие у нее блины на Масленицу. Сын сказал, что мама, ну блины прям съесть хочется, блины прям как настоящие.
Откуда к мастерицам игрушек приходят образы персонажей? Конечно, есть интернет, есть воспоминания об игрушках детства, а еще есть вдохновение и фантазия. И вот у меня загорелось желание сделать Деда Мороза большого под елку. С детства я мечтала об этом Деде Морозе. Ну, я посмотрела старые игрушки, да, они красивые, они нарядные, но это все же не мое авторство. И вот я придумала вот такую пару. И я, ребята, я 2 недели не спала, не ела. Я делала этих Деда Мороза со Снегуркой. Вы посмотрите, у этого Деда Мороза внутри он охраняет деревню. У него здесь внутри деревня под кафтаном. Вот. А это белки. Белки, которые обсели Деда Мороза, когда он пришел деревню охранять. И они сделаны, Снегурочка с Дедом Морозом, они сделаны в одном стиле, стиль декупаж. И это вот с одного узора сделана у них одежда. Вот этот вот мальчик, это у меня толстячок называется. Вот толстячок с апельсинами, то что интересно, авоська вязаная крючком. Мне чем нравятся вообще вот эти игрушки, они не строго ватные. У них аксессуары обязательно приходится из чего-нибудь делать. Вот у нас девочка тоже с этими, с баранками. У нее шаль вязаная, копорочек у нее вязаный, это вязано крючком. Все мастера ватной игрушки говорят о том, что каждая кукла сама определяет свой характер и свою историю. Каждая кукла выбирает себе свою судьбу сама. И если даже ты ей планировал изначально яблочки положить, а они почему-то вот, ну, не легли эти яблоки. И получилось, что это вот такая вот девочка с подснежником. Ну, собственно говоря, чем хороша такая интерьерная игрушка? Это не только на Новый год. Это можно подарить, она будет себе стоять на столе где-нибудь или в офисе. Это праздник круглый год, и круглый год хорошее настроение. Вы смотрите самую дачную программу, а сегодня она еще и новогодняя. Зимой все наши дачники превращаются в бабушек и дедушек, на которых смотрит с надеждой вся семья и ждет от них чудес и сказок. Кстати, Новый год – это праздник, который дарит нам самые яркие воспоминания детства. Сегодня мы дадим вам несколько простых советов, как вовлечь детей в праздничные приготовления, чем их занять и какие игры предложить, чтобы праздник запомнился им как самое счастливое время, проведенное в кругу семьи, рядом с папой и мамой, бабушкой и дедушкой. Предновогодняя суета. Мама режет салат, и папа устанавливает елку. И ребенок тоже хочет принять в этом участие. Давайте дадим ребенку бумагу, чтобы он вырезал вот такие вот снежинки, которые потом пойдут на украшение и сервировку стола. И это действительно, смотрите, как смотрится красиво. И ребенка, на ребенка никто не кричал и не говорил, отойди, не мешай. И у него будет гордость за такую красоту. Он надолго это запомнит. Что мы еще можем сказать о сервировке стола? Вот мы можем предложить ребенку выложить из конфет елочку. Ребенок с удовольствием сделает. Мы эту елочку выкладываем на столе, но вы ребенку можете предложить сервировочное красивое блюдо, чтобы это блюдо потом стояло и украшало стол. Можно выложить и снежинку, и снеговика, и все что угодно. А если детей несколько, каждый придумывает свою зимнюю сказку, историю. И, конечно, все дети с нетерпением ждут, когда будет наряжена елка. Елочные игрушки – сами по себе праздник. Целый год они лежали спрятанными в коробку, и прежде чем они окажутся на ветвях зеленой красавицы, с ними можно и даже нужно немножко поиграть. Если у вас не стеклянные игрушки, а пластмассовые, мы их сейчас соберем в эту корзинку, и потом дети будут соревноваться, кто быстрее разложит по цвету в одну коробку и в другую. Вот у нас получились такие разноцветные шарики из двух наборов. Теперь каждый ребенок будет стараться ложечкой донести один цвет в эту коробочку, а этот цвет постараться не уронить в эту коробочку. Кто быстрее разложит по цветам. Это игра для детей дошкольного возраста, которые с удовольствием поиграют и потом украсят елку. Да, вот так весело можно наряжать елку и соревноваться. И для этой игры понадобятся 2 одноразовые ложечки и пару наборов
игрушек, ну, шариков разного цвета. Когда наряжаете елку, старайтесь вовлекать в творческий процесс детей. Можно попросить, придумайте сказку, используя предметы елку, зайчика и дракончика, символа Нового года. Можно в игре еще использовать такой волшебный мешочек. Заранее написать фанты с заданиями для детей. Например, изобрази пантомимой праздничный фейерверк. Или изобрази пантомимой новогоднюю хлопушку. Нарисуй елочку, держа фломастер в зубах. Придумай новогоднюю историю. Сделай семейное фото. А если подключить еще взрослых, ну, это будет вообще интересно. Дети очень любят подвижные игры. Но часто взрослые боятся, что где-то что-то разобьется или, ну, может сломаться. Поэтому я придумала вот такие снежки из упаковки из под фруктов. Такие шарики смотала скотчем, завернула. И они легкие, безопасные. И дети с удовольствием играют. Сделали целую коробку таких снежков. И не будем бояться, что что-то разобьем или кого-то ударим, пораним. Если вы летом с детьми насобирали шишек, то можно их использовать в качестве сделать сувениры на Новый год. Каждую шишечку, если ее раскрасить, это, по сути, уже елочка. И если ее еще украсить разными бусинами, можно даже просто из пластилина разноцветные сделать горошины и сделать на основу посадить. Это будет оригинальный подарок к Новому году. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Напоминаю, что 6-й номер журнала вышел в начале декабря. Партнеры нашего издания – компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», а также Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование, клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. С вами Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Мы с вами продолжаем говорить о новогодних праздниках. А праздники – это почти всегда гости. После обильных застолий первых новогодних дней нам хочется чего-то особенного. В таком случае нам пригодится любая, самая простая домашняя выпечка. Ничто так не наполняет дом уютом и теплом, как ароматы ванили и корицы. Даже если вы не самый искусный пекарь-кондитер, стоит попробовать и приготовить, к примеру, яблочный пирог. Для нашего пирога нужны яблочки. Вот зелененькие яблочки берем килограмм. Я уже их почистила. Хорошее настроение обязательно нужно. Вырезаем сердцевиночку. Просто импровизируем. Никаких сильных ровностей не должно быть. Это у нас домашний рецепт. Пирог зеленых яблок. И вот таким образом. Вот такими долечками нарезаем. Яблочки вот эти наши порезанные мы засыпаем 5 столовыми ложками. Сахарку 2, 3. Вот такие вот экспромты, импровизации нам поднимают настроение новогоднее. Этот пирожок печется очень быстро, если у вас гости на пороге, а вам подать нечего к чаю. Пожалуйста, раз-раз-раз быстренько сделали, 15-20 минут, и у вас пирожочек готов. В принципе, можно любые яблоки. Но мы берем зеленые, потому что они более плотные, ну и к этому-то. Дело вкуса. Можно любые яблочки применять. Ну, буквально там минут несколько, пускай постоит. Минут 5-7. Пока это все месиво наше стоит, дает сок, в это время мы начинаем делать тесто. Для рецепта нам нужно взять 50 грамм масла. Берем
кусочек масла и нужно растопить. Масло растопим в микроволновке. Нам еще можно кусочком масла нужно смазать любую емкость, в которой мы будем делать. У меня вот такая вот обычная. У кого-то, может быть, будет другого цвета, другой формы, кто как хочет. Вот так вот быстренько раз смазали. Все. Напомним, по рецепту для пирога нужно 50 граммов сливочного масла, 3 четверти стакана сахара, 2 яйца, щепотку соли и столько же корицы, 3 четверти стакана муки. Из этих ингредиентов мы замешиваем тесто. И плюс килограмм очищенных и порезанных дольками яблок. Так, растопили 50 грамм сливочного масла. Чуть-чуть, пускай оно подостынет, в него нужно будет вбить. Так, вот сюда вот мы выльем. Вот в этой миске мы будем делать. Так, сюда нужно будет вбить 2 яйца. Сейчас, буквально через минуту, мы пока сахар. Нужно нам 3 четверти стакана сахара. Вот они, 2 яйца наши. Пошли 2 яйца. 3 четверти стакана муки. Ну, кто-то, может быть, просеет эту муку. Я, наверное, тоже это сейчас сделаю. Я вот так просеиваю на всякий случай. Она набирает кислород. И я так думаю, что это будет неплохо. Можно добавить немножечко корицы, прям вот буквально чуть-чуть. Достали венчик и взбиваем потихонечку, взбиваем, потихонечку взбиваем. Ну и у нас совет дня. Если мы не хотим получить такую плотную консистенцию, если мы не хотим, то лучше не досыпать муки, чем пересыпать. Если тесто, на ваш взгляд, получилось густоватым, можно добавить с него пару столовых ложек сметаны или вбить еще одно яйцо. Пирожок очень прост в выпечке, а когда его печешь, запах этого пирожка распространяется по всему дому, придает праздничное настроение и очень-очень вкусно, по-сказочному, по-домашнему, уютно. Просто в произвольной форме выкладываем наши яблочки. Хотя можно заморочиться, это кто хочет, вот так их ровненько-ровненько выкладывает. Но это у кого время есть. А тут на скорую руку. Вот, мы распределили яблочки наши. И потихонечку, потихонечку, потихонечку распределяем наше тесто. Духовку мы предварительно включили 200 градусов вверх-вниз. Предварительно она у нас разогретая. Вот такая вот у нас получился пирожок. Ну, с Богом. Дальше все зависит от вашей духовки. В среднем пирог выпекается 25-35 минут. Открываем. Вот такая вот красота. Ой, а запах? Запах такого пирога действительно привлекает всех членов семьи. Ну и для красоты можно посыпать пудрой сахарной. Так. Давайте по-простому. Как снежок. Можно подавать в таком противне. Я думаю, неплохо будет смотреться на столе. Я думаю, что для семейных посиделок вот такое вот украшение, такое блюдо подойдет очень-очень-очень. А сейчас самый торжественный, ответственный момент. Сейчас мы отрезаем кусочек и будем пробовать.
Приятного всем аппетита и с Новым годом! Всем хорошего настроения, домашнего, хорошего, уютного настроения. На этом наша программа подошла к концу. Пусть Новый год принесет вам только хорошее. Счастье, здоровье, любовь, заботу близких и, конечно, большой урожай. Пусть все у вас получится. С Новым годом!